Я с 93-го года в монашестве. И время, которое я уже провел в этом жительстве монашеском, в незначительной мере и степени помогло мне понять, что такое молитва, смирение, духовный труд. Я на пути к все более широкому совершенству и духовному развитию. Спаси, Господи, помилуй, люди Твои, и благословенствояне Твое, победа православным христианам, сопротивной дары, и Твое сохраняй крестом Твоего жительства.